И вновь здравствуйте. Мы продолжаем играть в игру The Room, часть вторая. Так, сегодня у нас что-то такое, круглый стол, комната. Начинаем поиски. Письма. Так, извините. Чё? А, вот, нажали. Ну да-да, ладно. Ключик нашли. Ох ты. Так. Поворачиваем. Где-то надо будет что-то поискать. Комод открылся. Ключик. Ключик. Вот там циферки были. Давайте откроем ключиком. Открыли. Ну вот наша лампочка. Только куда нам ее вкручивать, пока еще не знаем. Так,
Так, видимо, опять ключик. А нет, неправильно. Вот мы и добрались до финиша. Это карта. А карта нам пока я не знаю для чего. Карта нам для чего нужна. Помоги. Опять ключик. Хотите заработать $1000 уже сегодня, а потом $1000 в день, каждый день. Вам потребуется всего 5 минут. Просто. Так, карта есть, космос, сюда старт, старт, ого, получается, да, собрать еще две, и третья, это сейчас нет, что сфотографировали. Откуда тут люди? Там не было никого. Ой, кошмар. Thank you.
какая-то ерунда. Нам надо найти что-то. Инфинити. Опа. Опечатать. По-моему, так. И правильно. Да, правильно. Что-то паранормальное здесь происходит такое. Ой,
дать там? Попробуем. Да, бывает, перепутал две кучки местами. Почему он печатал? А ничего не напечатал? Ладно. Stars. Есть. Смерть. Смерть. И карта такой. Хватает смерти карты.
все-таки, почему машинка печатала после того, как... Есть смерть, есть, нуль нету. Есть. Нашли большое. Что это, непонятно пока, для чего тоже. Теперь надо карту искать. Еще ноль. Так. Только здесь не были ключика у нас. Ну, только вот такой есть. Но, в принципе, он сюда просто ходит. Смотри, открылась.
Не знаю пока. Подождите, мне покажи, как я сделал это. Ладно, уже не важно. Ладно, пойдемте сюда, это надо сюда, наверное. И чё? Как это так? Как получилось так? Вот буква К. Что, надо было нажать? Нет. Блин. Наша карта. Что-то у нас тут было написано. Время, ноль время и смерть. Не было никого, а теперь трупак сидит. Time.
А где наши карты? Карты верни. О, ключик типа. Так, что-то у меня там вот есть. Часики. Так, время показывает. 1:50. Получается, сколько у нас? 25 секунд. 26. Они стоят. Заведем? Нет, не заведем. Зато откроем. Не откроем. Скрыли. И у нас тоже подсвечивается. Значит, надо что-то... Ух ты. Как круто. Бывают чудеса и такие. Так, ладно. Я так понимаю, нам вот сюда надо. Открываем. Запускаем. И что это такое? Нам это брать надо или не надо? Обычно появляются кристаллы красные какие-то. А что-то непонятное какое-то. Субстанция черная. С какими-то переливами, ну ладно, попробуем. Жутковато. А, все? Ну вот. Так, мы прошли еще один загадочный день. Ладно, всем до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами увидимся в следующей серии. Пока-пока.